Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Gandhava Lava Grivarada. Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Sutara Sata Shri Shrimad His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Founder Acharya of ISKCON BBT Shila Prabhupada Ki Jai Prince Eko Hoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shirodaita Gadadara Srivasa Jigora Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanata Syamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavana Dama Ki Jai Mayapur Dama Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gora Premanande Shaslava Sambrav Shingsha Preda Shaslava Sambrav Shingsha Preda Shaslava Sambrav Shingsha Preda Shaslava Shri Shri Guri Gouranga Jai Shila Prabhupada Мон Вишну Падая Кришна Престай Утали Шри Матти Бхакти Дирам Намадара Свами Чинамини Ци Бхакти Тасяго Намалату Фартини Саваца Сава Бхакта Ся Саваратна Прадайни Хриде Кришна Горанга Си Савада Прабу Ничананда Крипа Мурти Пранамами Кунапана Намон Вишну Падая Кришна Престай Утали Шри Матти Бхакти Веданта Свами Чинамини Намасте Саразвати Деви Горавани Прачарини Нивишеша Суня Влади Прача Чади Шатарини Ома Генати Миранда Ся Генанджана Шалакая Чаксуру Милитан Jana Takshmai Shri Gorave Namaha Sri Chaitanya Manobistan Stapitan Jena Bhutale Swayan Rupa Kadama Yandadati Swapadantikam Vancha Kaupa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya I'm going to read one short verse, it's Bhagavad Gita 18.9. Мы прочтем короткий стих из Bhagavad Gita 18.9. So, kadyang itiva yat karma niyatan kriyati arjunam sangan chaktva palan chayva sachaga satviko mataha
О, перевод коментарів Забанія Мілася Чебактівіданта Собі Чіла Прабхупада. На русский, на русском языке. Да. О, Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности и чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Комментарий. Свои обязанности нужно выполнять так, как говорит здесь Шри Кришна. Нужно действовать без привязанности к результатам своего труда и не попадать под влияние гун природы. Человек, сознающий Кришну, работая на заводе, не считает себя рабочим этого завода и не думает, что работает для завода. Он просто работает для Кришны и, отдавая Кришне результаты своего труда, действует на духовном уровне, то есть в гуне чистой благости. О, Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Сегодня мы немного поговорим о санкиртане. Распространяется трансцендентная книга Шрила Прабхупад. Киджай. Correct? Да. Okay. I trained it yesterday. For three hours. Я учил вчера 3 часа эту фразу. So this verse is interesting, is important for book distributors. Этот стих очень интересен и важен для распространителей книг. Because it teaches us to do our duty just because it should be done. Он обучает нас тому, что мы должны выполнять свой долг просто потому, что это он должен быть выполнен. And without attachment for the fruit. Не привязываясь к плодам этого труда. Такова проблема гуны страсти. But mode of passion, you want to do things, you are like active. Гуне благости вы активны и вы хотите что-то делать. But you want something in return. Но в ответ вы также хотите плоды. Right, most people work with this mentality. Большинство людей именно так действуют. I'm going to work because I'm going to make a lot of money, I'm going to progress in life, I'm going to buy my new apartment and this and that. Я буду работать, заработаю много денег. Я не куплю новую квартиру, получу то, это. Like economical progress, это экономический прогресс, наслаждение чувств. Все такое здесь включено. That's why people in the mode of passion work. Поэтому работают люди в гуне благости. Right? People in the mode of ignorance, they don't want to work at all. Люди в гуне невежества вообще не хотят работать. They work more or less because they are forced. Они даже если работают, только из-за того, что они вынуждены по каким-то причинам. Right? They're working with a grudging mood. Они работают, стиснув зубы. Many people in the street are like that also. Maybe большинство людей, которые мы встречаем на улице, они как раз отчасти в гуне невежества, отчасти в гуне страсти. Right, they go because the wife is forcing them, or this, or that. Кто-то работает, потому что его заставляет жена. Every day the wife like beats the neighbors. Каждый день жена его подгоняет. That's why they work. Поэтому они работают. No, grudging mood. Такой, стиснув зубы. But in the mode of goodness. Но в гуне благости. You don't have none of these two problems. Нет таких проблем. You don't work because someone is of like forcing you. Don't work because you want to make something from it. В гуне благости ты действуешь и работаешь не из-за того, что кто-то тебя заставляет, а также не из-за того, что ты рассчитываешь что-то за это получить. You become completely cool. Ты такой спокойный. No, it's just okay. That's my duty. Let me do it. Понимаешь, что это мой долг, и я его хочу выполнить. Right, you're not attached to the result also. Ты не привязан к результату. May the result may come and not come. Результат может прийти, а может и нет. But still, you are going to work with all your efforts. Тем не менее, я буду стараться изо всех сил, буду прикладывать все силы свои. Right, mode of goodness brings stability to our service. Гуна благости привносит стабильность в наше служение. No, there's no mental agitation. В гуне благости нет умственных каких-то переживаний. No doubts. Нет сомнений. Don't think, oh, maybe I should be doing something else. Maybe I should get a job. Нет таких мыслей, что может мне лучше работу найти или еще чем-то другим заняться вместо этого. Oh, today is not really working. Let me go home. Сегодня не очень что-то получается. Наверное, надо и домой пойти. This is all contamination from the lower modes. Это все осквернение низших гун. No, mode of goodness means okay, that's my duty. Let me do it. Гуна благости означает, это мой долг, поэтому я его выполняю. You see, so many like senior sankirtan devotees. Мы видим, что
тобто старші санкіртанщики. Usually like this very like senior book distributors, usually what happens that at some point they just get some quota, or they establish themselves or whatever. Вот очень старшие преданные санкиртны распространители, они в какой-то момент устанавливают себе или сами, или каким-то образом у них появляется определенная квота. Let's say 100 books. К примеру, 100 книг. They just distribute 100 books every day. И они просто распространяют эти 100 книг ежедневно. No, sometimes it's noise, sometimes it's hot, sometimes it's cold, it's still, sometimes it's raining. Холодно ли на улице, жарко ли, дождь есть или нет. It's still, they are so fixed that regardless of the conditions, they distribute the same amount of books every они day. Очень no matter where they go. Сосредоточены на этом, на своем служении, поэтому результат их одинаков, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, и независимо от того, где они распространяют. No, 100, 100, 100, 100, 100, 100. You see their sankirtan score is very monotone. Смотришь их результаты санкиртные, и они очень монотонные. 100, 100, 100, 100, 100. And then sometimes a little more, 120. Иногда бывает чуть-чуть больше. Например, 120. Yeah, sometimes they do a little more, but they always do at least this иногда quota, они могут больше распространить, но в целом они держатся не меньше определенного количества. This becomes possible because they are so fixed, so это stable. Становится возможно благодаря их фокусу, благодаря их стабильности. Новый бхакта. New bhakta starts to go on sankirtan. But like very passionate brahmachari, you know. Такой страстный брамачари. No, you know, выходит на санкиртан. Passionate brahmachari, you know, probably you have some here, right? Вы, наверное, знаете, такие у вас здесь есть. Another temple there was one brahmachari that he was chanting Jap Hare Krishna, Hare Krishna. А в одном храме я видел брамачари, вот повторял. And Jap. He was chanting Hare Krishna like this, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. He was fighting someone during the Jap. Во время Джапы он боксировал. He was fighting Maya. Может, с Майей сражался, не знаю. Like very passionate brahmachari. Очень страстный брамачари. So very passionate brahmachari starts to go on book distribution. И вот такой страстный брахмачари выходит на санкиртан. And then one day he distributes 100 books. И сегодня распространяет 100 книг. Another day he distributes 2. Завтра 2. And then 50. Потом послезавтра 3. And then 0. 50, потом 0. And then 0. 0. And then he gets mental 1 week without going, just а потом целую неделю не выходит на санкиртан, только котлы моет, потому что он на уме. Then 108. Потом 108. Then 8. Потом 8. And then, I don't know, 1. Потом 1. No, his sankirtan score is like this, go up and down. У него результаты санкиртаны как американские горки. Like some like a radio signal or something like that, like. Как радиосигнал такой. No, why? Почему? Because his mind is unstable. Потому что его ум нестабилен. No, so the days that the mind is like his consciousness is good, he goes and distributes 100 books. Поэтому в тот день, когда у него сознание на высоте, он выходит и распространяет 100 книг. Other day that the mind is not so fixed, he goes and distributes I don't know one. А на следующий день, когда он не может сосредоточить свой ум, он выходит и распространяет всего одну книгу. No, it floats like this, it's like it goes. И ум у него вот так скачет. And then he gets mental, and then he goes 100 again. Из-за этого он выходит на ум, потом через какое-то время снова ему удается 100 распространить. Like it fluctuates wildly. То есть дикие такие скачки. That's a reflex of his mind. И это отражение его ума. У него ум так скачет. Someone that can control the mind can make the mind stable. И если человек может контролировать ум, устабилизировать его. What happens normally is that his results become stable. Обычно его результат санкиртны тоже становится стабильным. And not just the result is stable. Но не только результат. His service is stable. Но и вообще служение. No, he wakes at the same time, he chants his rounds, he do his morning program, do whatever he needs to do. Он встает каждый день в одно время, повторяет круги стабильно, выполняет свою утреннюю программу. He starts always at the same time. Всегда начинает в одно время. Distribute during the day, finish more or less the same time. Распространяет в течение дня, заканчивает примерно тоже всегда в одно время. No, his service is stable, his mind is stable, therefore his result is also stable. То есть его ум стабилен, его служение стабильно, и поэтому его ум тоже поэтому его результаты тоже стабильны. Krishna is helping. И также Кришна ему помогает, Krishna, и это тоже играет роль. Krishna is also stable. Кришна тоже стабилен. Right? Правильно? He is immovable. Он неподвижный. So then everything works perfectly. Несдвигаемый. So the key for that is the influence of the mode of goodness.
А поэтому ключ к такому успеху это гуна благости. And don't have illusions. Не подайте в иллюзию. It's not possible to get transcendental without first getting elevated to the mode of goodness. Невозможно стать трансцендентным, не поднявшись до уровня благости. No, mode of goodness means almost pure. Гуна благости означает почти чист. No, fixed without attachment to results and so on. Сфокусирован, не привязан к результату. It's just that the mode of goodness still may have some like contamination, small contaminations from the other moods. Просто иногда в гуне благости могут выявляться небольшие осквернения других гун. And also on the mode of goodness, not necessarily you have like pure love for Krishna. И также в гуне благости не обязательно у вас еще появилась чистая любовь к Кришне. No, so it's almost there. То есть ты почти уже достиг успеха. But still some things are lacking. Но еще чего-то не хватает. So transcendental goodness means a progression from goodness. И вот трансцендентная благость — это вот такой прогресс из уровня благости еще выше. Означает, ты уже отполировал последние детали и уже готов действительно вернуться обратно в духовный мир. Right, but firstly, without getting elevated to this imperfect goodness, there is no question of spiritual goodness. Но не поднявшись до уровня вот этой несовершенной благости, нет речи о трансцендентной благости. Therefore, we need to be regulated to have good sadhana and all these things. Поэтому нужна регулярность, стабильность, хорошая садхана. And especially through this books. И в особенности изучение книг Шрилы Прабхупады. And here classes from his disciples, grand disciples, and so on. Необходимо слушать лекции учеников Шрилы Прабхупады, внуков Шрилы Прабхупады. No, we will study from Prabhupada and from his disciples and grand disciples. Нужно слушать эти лекции. Слушать и изучать лекции последователей Шрилы Прабхупады. Читать книги Шрилы Прабхупады, слушать его лекции. И постепенно постигать философию. И так мы становимся сфокусированными на этой философии. И кроме того, у нас появляется умение объяснять эту философию. Когда человек способен объяснить что-то, означает, что он действительно это понял. If you say, I know something. Если вы говорите, я знаю это, well, very good, explain this. И вам говорят, ну, как хорошо, объясни мне, пожалуйста. Oh, I can't explain, just но, know. Я знаю, но объяснить не могу. You can't explain means that you don't know. Не можешь объяснить, значит, не познал, you не знаешь. Just have some vague idea. Значит, у тебя какие-то просто абстрактные идеи. Right? But it's размыто. Not the complete thing. That's значит, why you ты can't еще explain. Полностью не понял, не познал, поэтому объяснить не можешь. Right? So we study the philosophy, then we try to explain it. Итак, мы изучаем философию, затем стараемся ее объяснять другим. That's the test. Таков тест. When you can explain something, means that you really know it. Когда ты уже можешь действительно объяснить что-то, значит, ты уже это изучил, and эту тему. And then you learn something more, then you practice, then you eventually were able to explain it, and then that's a continuous process. И это продолжительный процесс. Ты дальше изучаешь, потом познаешь, объясняешь, потом снова изучаешь, снова объясняешь, рассказываешь другим. And for that we need to preach. Для этого нужна проповедь, best, нужно нам проповедовать. That's the best training. Это самая лучшая тренировка. To study and then to go out and try to explain to people. Изучать самому, а потом выходить и стараться объяснять людям. No, that's the best training that you can get. Это самое лучшее обучение в духовной жизни, которое может быть. And now, of course, there is also always difficulties. Конечно же, сложности будут всегда. No, because no, Kali-Yuga, the demons are out of the zoo. Ведь сейчас Кали-Юга, поэтому демоны все выбегали из зоопарков. They opened the jails, so the demons are walking around. Ворота распахнулись, поэтому демоны теперь на улицу вышли. In Satya-Yuga, the demons are in separate planets. Satya-Yuga, демоны живут на... They're there in their planet, and the sadhus are here in their planet. No, there's a physical separation. Простите. Значит, Сатья-Югу демоны живут на отдельных планетах. То есть есть физическое такое разделение. And in Трета-Юга, they are like different continents.
В Трета-югу демоны живут на отдельных континентах. Just like Ravana, he was in Lanka, Lord Ramachandra was in India. Как, допустим, Равана жил separate, no, there отдельно. Was the huge ocean because Господь Рамачандра жил в Индии, а Равана жил на отдельном острове Ланка, который его отделял целый океан. And in Dvapara-yuga is different cities. В Двапара-юге демоны живут в других городах. Some cities for the devotees, some cities for the demons, есть, and sometimes they have to fight, there is wars and so on. Есть города для преданных и есть города для демонов. Иногда они друг на друга нападают, сражаются и так далее. Джарасанда attacking Дварака, you know, all Допустим, Джарасанда напал на Двараку. But in Kali Yuga is all mixed, you know. Но в Кали-югу все смешалось. And there is demon all everywhere, even inside your head. Демоны повсюду, даже у тебя в голове. No, so, да, today I want to fast on Ekadasi. Сегодня буду поститься, сегодня Экадаши. And the demon inside your head, no, fasting, no, it'll be so difficult. Демон в твоей голове говорит, нет, какой пост? Let's eat pizza. Ты что, это очень сложно, давай пиццу поедим. No, that's the demon inside your own head. Это говорит демон в твоей голове. Yeah, it's very intimate relationship. У тебя с ним очень сокровенные отношения. So these demons are always causing problems. Но при этом он все время чинит тебе проблемы. Kali-yuga is their chance of like doing their activities. Вы же знаете, что Кали-юга это шанс для демонов как-то проявиться. In other eras, like they don't have like free hands, they are restrained. В предыдущие века у них не было таких возможностей, они были очень ограничены. Kali-yuga is the only time that they have to have fun. Но в Кали-югу единственное время, когда они могут повеселиться. Still there's this pesky Hare Krishna trying to preach Krishna consciousness. И несмотря на это, демоны думают, вот эти гады кришнаиты мешают мне веселиться. No, they don't want us to have fun. Не дают мне развлечься как следует. We wait for so long. Я так долго ждал. Now that's our era, still they're here. Теперь моя эпоха наступила, а они все равно мне мешают. So these demons they create so many bogus religions. И эти демоны создают очень много всяких глупых, неавторитетных религий, которые ведут людей только к... Они учат людей, как больше наслаждаться. No, there is God, but that's okay. Don't get scared, because it's just your order supplier. И как быть более материалистичным. Они говорят, да, Бог есть, но вы не переживайте. Бог — это поставщик услуг, он исполняет ваши желания. No, just come to the church, you give 10% of your income to the church, and then God is going to do whatever you want. Вам просто нужно ходить в церковь, выплачивать 10% вашего дохода, и Господь будет делать все, что вы захотите. Or some other religions, they say God doesn't exist, there's just emptiness. В других религиях говорят, что Бога нет, это просто пустота. Or God exists, but they don't have form, they don't have sense, they don't have desires, they don't have anything. У него Господь есть, но у него нет формы, нет тела, нет чувств, ничего нет. No, God exists, but you are God, everybody's God. No. Или кто-то говорит, Бог есть, но вы тоже Бог, и все Бог. No, I have so many demonic ideas nowadays. Вот таких демонических идей очень много. No, then when you try to preach the pure thing. И когда ты пытаешься проповедовать чистое знание. No, you shouldn't get too much into sense gratification. You are servant of God. You are not God. Рассказывай, что вы не Бог. Вам не стоит погружаться в наслаждение чувств. Вы слуга Бога. You are not the body. Вы не тело. No, there is one sect that says that you are the body, and then if you go to the paradise, you are going to go in the same body, you know. Есть такая религия, которая утверждает, что... такая секта. Секта? Говорят, что вы тело, и потом вы можете попасть в рай, но в рай вы попадете в этом же теле. No, it's insane. Сумасшествие. How someone can live eternally in the same body? Как человек может жить вечно в одном и том же теле? No, the only creatures that live eternally in the same body are the zombies. Единственные существа, которые вечно живут в одном и том же теле, это зомби.
No, don't want to be a zombie, right? Я не хочу быть зомби. Don't seem to be very auspicious. Не очень благоприятно это. No, have so many crazy ideas nowadays. И вот таких много бредовых идей. And then, like I said, try to preach the real thing, these people get disturbed. Но когда ты пытаешься проповедовать истину, вот эти люди раздражаются или расстраиваются. So you always should expect some like reaction from the demons. Поэтому мы должны понимать, что от демонов всегда будет какая-то негативная реакция. Not only from the demons, even from like some of the normal people, because you are trying to prevent them to enjoy their sins. И не только от демонов, но даже от обычных людей, потому что вы мешаете им наслаждаться своими чувствами. Well, sometimes they don't like very much. Поэтому иногда они нас не очень любят. So one thing, of course, that we should try to be expert when preaching. Конечно, someone think. No, one thing. А, и, конечно, с другой стороны, мы должны экспертно проповедовать. One thing that we should be expert in preaching. Мы должны стать очень такими умелыми проповедниками. We should be able to understand where these people is. Мы должны научиться понимать, где такие люди находятся. Which, like, how is his conscious? What is his consciousness? Каково их сознание? And to try to give him something that is going to help him to go like one step further. И просто стараться давать им только то, что поможет им сделать один шаг вперед всего лишь. Не пытаться сделать их за один день чистыми преданными. Все равно это не получится. Для многих людей это слишком. Give him something that he can understand and he can accept, and then he can progress a little bit, and next time you give him more. Просто дать такому человеку то, что он может понять, может принять, и поможет ему сделать один шаг в прогрессе. And then you try to give him a book if possible. И постараться дать ему книгу, если возможно. Because the book has like pure knowledge, it's going to help him, it's going to purify him. В книге есть чистое знание, и это знание очистит его и поможет ему. Very few people that get our books are going to be able to like really become like serious devotee in this life. Очень мало кто из тех, кто получает наши книги, действительно смогут become pure. Pure, like serious devotee in this life. Могут стать очень серьезными преданными в этой жизни. But everybody that gets the book, he advances a little bit. Но каждый, кто получает книгу, он получает небольшой прогресс, по крайней мере. He progresses a little bit this life, next life he comes back and progress more, and that's how it works. Он совершает, по крайней мере, небольшой прогресс в этой жизни, в следующей жизни он продолжает прогрессировать. Вот как это действует. No, devotees were distributing books, were preaching the 70s, 80s, 90s. Преданные распространяли книги и проповедовали в 70-х, 80-х, 90-х. No, that's why we are here now. Поэтому мы сейчас здесь. Right? Tomorrow, the next generation, people that were preaching now, next generation, they are going to be the devotees. И те two people, whom we are preaching, те, кому мы сегодня проповедуем, в следующем поколении они будут преданными. And we are probably going to be like the seniors. Те, кому мы сейчас проповедуем, это преданные будущего поколения. В следующем поколении, в следующей жизни они, скорее всего, будут старшими преданными. No, it goes like that. Так и происходит. We progress. Мы прогрессируем. We that are red follow me, we progress. Мы вот уже следуем этому процессу, прогрессируем. And people that we are preaching now, а те, кому we are getting books and so мы on. Сейчас проповедуем, кто получает от нас книги, next life they become devotees. В следующей жизни становятся преданными. And goes on like that. And then they're going to preach more people, the next generation, these new people are going to become devotees also. Проповедовать дальше, и те, кому они проповедуют, уже будут следующим поколением преданы. Yeah, someone that tries to be devoted this life, but fall down, next life is going to come back again. Те, кто пытается сейчас вступить на этот путь, но падает, он в следующей жизни вернется обязательно. Yeah, someone thinking, the Lord Chaitanya says that we are going to spread this, should spread this movement all over the world. Господь Чайтанья сказал, это движение будет распространено по всему миру. And we may think, oh, how this is possible. Можно подумать, как so это возможно? To make devotees. Так
сложно делать преданных. Но суть в том, что, возможно, не обязательно создавать преданных, чтобы распространять это движение. Единственное, что нам нужно, это помогать людям накапливать немного сукрити. Для этого мы проводим харинамы, распространяем прасады, книги. Нужно стараться расширять эти программы как можно больше. Пусть все слышат, пусть все получают книги и получают прасад. Очень редкие личности станут в строгом смысле преданными, побреют голову или покроют голову. But next life they are going to come as devotees. Но в следующей жизни они станут преданными. Understand? Like Suchinan Sri Matange He Yoga Prasas Vijayate. Krishna explains. Кришна объясняет. Someone that does a little progress in this life. Тот, кто в этой жизни совершает небольшой прогресс. Next life he comes back in some pious or rich family. В следующей жизни возвращается в благочестивой или богатой семье. And then he remembers what he started next life, and then he continues. Он вспоминает, чем он занимался в предыдущей жизни, что он начал, и в этой жизни продолжает этот процесс. No, and then they preach more people, make more people accumulate sukriti. Затем уже эти преданные проповедуют следующим новым людям и помогают им уже накопить сукрити. And then next generation, these people that got sukriti come and become devotees and goes on like that. В следующем поколении вот эти новички уже, накопившие сукрити, возвращаются, становятся преданными, начинают проповедовать. И постепенно растет число преданных. Little by little purify the whole world. Постепенно так очищается весь мир. It's a gradual process. Это постепенный процесс. It doesn't happen in one generation or in two происходит, не происходящий за одно или два поколения. No, it takes a lot of generations. А на это требуется много поколений. Like 50 years ago, how many devotees? 50 лет назад сколько было преданных в России? Zero, right? Ноль? No, 66. How many devotees there was in Russia? 66-м. Сколько? When Prabhupada came to New York, how many devotees there was in Russia? А сколько было преданных в Нью-Йорке, когда приехал туда Шрила Прабхупада? In Russia. А, in Russia? А, сколько было преданных в России? Okay, let's start. Когда? Today is, сейчас 2016 год. So, 50 years ago was 1966. 50 лет назад был 1966. 50 years ago, 1966, how many devotees there was in Russia? Ровно 50 лет назад, в 1966 году, сколько преданных было в России? Zero, correct? Правильно, ноль. That's correct. Да. Okay. So if you go into like 76, how many devotees were in Russia? Если взять 76-й год, сколько преданных в России было? Like just a few, like. Может быть несколько. There was one initiated and probably a few more. Один инициированный преданный, может быть еще несколько. Like maybe half a dozen or one dozen, something like that. Может быть 5-10 человек. And then if you go to 86. А если взять 86-й год? Then there was maybe. A few hundred, тогда maybe уже, наверное, несколько сотен было, или даже тысяч. No, a few hundred. Наверное, по крайней мере, несколько сотен. Right. And then it goes on, and now you come to 2016. И вот прошло время, мы уже в 2016 году. No, there are so many. И сейчас так много преданных. 50,000, 100,000, depends on to who you ask. 50 тысяч или 100 тысяч, в зависимости, как считать. Big number already. Большое число уже. So that is how it happens. It goes up, the number increases generation after generation. Вот как растет число преданных поколение за поколением. So maybe two generations ahead will be, no, 1 million. Может быть, через пару поколений будет миллион преданных. And then goes on like that. И будет так расти. So that's how it happens. That's why the Sankirtan movement sustained the planet for 10,000 years. Вот как развивается движение Санкиртны, которое царит на этой планете 10,000 лет. No, many people, they stay for so many lives. И многие люди остаются здесь много жизней. No, it stays for a long time, so they have a chance to like do going through the many lives that they need to become devotees. И сквозь много жизней они проходят и развиваются как преданные.
No, so we don't need to be concerned. Oh, how we are going to make our Russia devotees? Поэтому нам не стоит 150 million people. Переживать, как же нам всех в России сделать преданными? 150 million? No, no, how many is now? Все население. Сколько сейчас населения? 150 million, 160. Oh, it's diminishing actually. Уменьшается сейчас. Anyway, the exact number doesn't really matter. Ну, в общем, let's say around 150 million. Давайте скажем, more or less. Примерно 150 миллионов. Но, в общем, общее число не так уж так и важно. You may import more people from Kazakhstan if you. Если вдруг мы дотянем до этой цифры, мы еще возьмем людей из Казахстана. So let's say 150 million. Допустим, скажем, no, такое число, 150. You don't need to make the 150 million become devotees in this life. У нас нет такой задачи в этой жизни сделать 150 миллионов преданных. Just try to make them, purify them a little bit. Мы просто пытаемся всех их понемногу очистить. The most that you can. Насколько можем. Right. Next life we can come back and continue our preaching. А в следующей жизни мы можем вернуться и продолжить проповедь. Once you come back. Кто хочет вернуться? Oh, Haribo. Only the ladies. See, the ladies are more sincere here. Только девушки. Now that they только матаджи. Now that they learned that their husbands are fallible, they are willing to surrender to Krishna. Сегодня утром они узнали, что на мужа полагаться нельзя, и теперь они решили положиться полностью на Кришну и предаться ему. Okay, maybe next life the brahmacharis may become like as determined as the ladies. Может быть, в следующей жизни брахмачари смогут обрести такую же решимость, как и матаджи. Anyway, so we come back and we continue preaching to them. Итак, мы возвращаемся и продолжаем им проповедовать. We have 10,000 years to finish our job. У нас есть 10,000 лет, чтобы закончить свою работу. So don't worry. Так что не волнуйтесь. Like Krishna say, just do because it needs to be done without attachment. Кришна же говорит, просто выполняй, потому что это долг, и не привязывайся. Just do the maximum that you can. Делай по максимуму, используй все свои возможности. Use all your effort, all your intelligence. Старайся изо всех сил, используй весь свой разум. Whatever assets that you have. Все свои возможности, силы и так далее. And if we work with this consciousness, we can become Krishna conscious. Если действуя так, в таком сознании мы обретем сознание Кришны. Также мы сможем сделать и другими сознающими Кришны. So, like Krishna. I said, the demon, there will always be, you should be always prepared to have some like some reaction from the demons. Поэтому мы должны ожидать, что демоны будут как-то реагировать на это все. Now we have this new law. Сейчас тут появился новый закон. Tomorrow may be something different. Завтра может еще что-то появиться. No, but don't worry. You should always continue doing your job. Но вы не волнуйтесь, продолжайте свое дело. Just try to find new ways according to the circumstances. И в зависимости от обстоятельств просто ищите новые варианты, новые способы. In USSR was much more difficult. В СССР все было гораздо сложнее. Right, несмотря на это, преданные проповедовали и появлялись новые преданные. Во многих мусульманских странах очень сложно. Несмотря на это, преданные там проповедуют. No, there was, I saw one article about one Muslim country. Я читал одну статью о мусульманской стране. They don't say which country for like security reasons. Там не указывается, какая именно эта страна из-за понятных причин. Because it's like really very very like strongly это закрытая by the такая government. Информация. Там правительство очень строго. May go to jail, no, may, за это можно may kill попасть you, в тюрьму или даже тебя могут убить. So these articles were explaining that even with this strong repression, they have some very successful Bhakti Vriksha program there. И там описано, что даже несмотря на эти жесточайшие законы в этой мусульманской стране, там есть там проходит очень успешно Бхактиврикша. И с участием более 5000 человек. No, even with very strong opposition from the government and other groups, they're still growing. Несмотря на жесткую оппозицию со стороны правительства и других
сторон, тем не менее преданные развиваются и растут. So as long as the votes are determined, there is nothing really that others can do. Таким образом, to stop them. Если вы решительно настроены, никто ничто не может вас по-настоящему остановить. Well, because they have protection of Krishna. Потому что вас защищает Кришна. No, in times of Soviet Union. Во время советского, в советские времена. They killed one devotee in prison in Gulag. Одного преданного убили в тюрьме, ГУЛАГе. Krishna destroyed the whole Soviet Union. Но Кришна разрушил весь Советский Союз. No, that's how it works. Вот как бывает. That's a, the devotees have protection from Krishna. Потому что преданных защищает Кришна. Who you think destroyed like it destroyed Soviet Union? Как вы думаете, почему развалился Советский Союз из-за американцев? No, it was the devotees. Нет, из-за преданных. They were the heroes. Это они герои. No, serious. Серьезно говорю. No, because they were so determined, Krishna made the whole thing collapse. Благодаря такой решительности преданных Кришна устроил так, что весь Советский Союз развалился. It's just like Hiranyakashipu, the demons they may cause problems for devotees for some time. Как в истории с Хираньякашипу, какое-то время демоны могут мешать преданным и какие-то проблемы им создавать. But eventually Krishna intervened and then that's their end. Но в конечном счете Кришна вмешается, и тут им придет крышка. There is one so-called religious group now that is opposing the devotees very strongly. Есть одна религиозная группа сейчас, так называемая религиозная, которая очень мешает преданным. They're having their time now. Сейчас они думают, что они на высоте. But very soon Krishna is going to intervene. They are going to lose their power and influence. Но очень скоро Кришна вмешается, и они потеряют как свою силу, так и влияние. Well, that's how it works. Вот как бывает. As long as the votes are determined, they can defeat any opposition. Если преданные решительные, они могут победить любую оппозицию. Right? Так? So, but anyway, we should try to use our heads. Таким образом, нам нужно стараться использовать мозги. You see what is the situation? Понимать, какова ситуация. And see, you see how you can preach effectively in this situation. И смотреть, как именно в этой конкретной ситуации проповедовать эффективно. For example, devotees were preaching in Iran. Допустим, преданные проповедовали в Иране. Before the Islamic revolution, до when исламской there was still monarchy. Революции, когда там еще была монархия. So the main preacher there, he was preaching through Ratha Yoga. И главный проповедник, преданный там в то время проповедовал через Хатха Йогу. No, he would start teaching some Ratha Yoga, and then little by little he would present the philosophy and make people devotees. Он начал обучать хатха-йоги, постепенно начал вводить философию и превращать людей в преданных. No, some kind of bridge preaching. Это такое было, такая косвенная проповедь у него была. It was very controlled and so on, so he couldn't preach very openly. Он не мог проповедовать открыто, потому что был очень серьезный контроль. So he found a way to preach that is being effective. И он нашел способ, который обернулся очень эффективной проповедью. No, so or sometimes you for example Шрила Бхакти Тиртха Махарадж. Например, Шрила Бхакти Тиртха Махарадж. Was preaching in Soviet Union. Который проповедовал в Советском Союзе. Was distributing sets in universities. И по университетам он распространял комплекты книг. And he was finding ways to hide from the secret police that was like chasing him. За ним охотилась полиция, но он находил способы спрятаться от них. Yeah, and Krishna, of course, was helping. Конечно же, Кришна помогал ему. So they never really caught, took him. И поэтому его так ни разу не поймали. And he was able to do his preaching. И он способен был совершать свою проповедь. Yeah, so we should be smart. Поэтому нужно быть разумными. So see, even in places that are most controlled, даже в самых контролируемых местах. It's still possible to preach, even to distribute books. Все равно возможно проповедовать, даже распространять книги. Like so, how you can distribute books in a place where like is controlled, is difficult, is like not allowed? И как же можно распространять книги там, где это запрещено? You can preach by being very you can distribute books by being very discreet. Мы можем делать это, просто при этом быть очень осторожными и такими, ну, не на показ это делать. It's possible to distribute books even like in airports, in places like that.
книги возможно распространять даже в аэропорту, в таких местах, где обычно это запрещено. So first thing is to dress like everybody's dressing. И первое здесь, что нужно учесть, это одежда. Нужно одеваться на такую проповедь так, как выглядят там большинство людей. No, the devotees, they have some very peculiar ways to dress, even преданные, when they are trying to dress like karmis. Даже когда пытаются одеваться как карми, а у них это не очень хорошо выходит. Они выглядят очень странно. Somehow or other, the Matajis always look a little bit like gypsies, the Prabhus always look a little bit like hippies. По какой-то непонятной причине Матаджи всегда немного похожи на цыганок, а Прабху всегда похожи на хиппи. No, it's always strange, you know. Поэтому вот всегда выглядит странновато. We mix some secular clothes with some Indian things. Потому что мы смешиваем мирскую одежду с индийской. It's always become something strange. И это выглядит like some adulterated thing. Это выглядит нелепо. It's not devotional, it's not Indian, it's not Western. Это вроде бы не байшнавская одежда, это также не западная одежда, непонятно какая. Just something between, you know. И костюм получается какой-то нелепый, смешанный. No, there was one time that we were walking with two ladies. We two and two ladies. Однажды мы шли на Санкиртну. No, not Sankirtan, we were just walking. А, мы просто шли не на Санкиртну. Not even distributing books, we were just walking. Мы даже не распространяли книги, а просто шли вдвоем, и еще с нами было две матаджи. And then two policemen stopped the two ladies. И полицейские остановили этих двух матадж, которые шли с нами. Asked their documents and others. Спросили их документы. And said, oh, you are from St. Petersburg. Они сказали, мы из Санкт-Петербурга. They were thinking that they were gypsies, that's why they stopped then. А, они сказали, о, вы из Санкт-Петербурга? Они очень удивились, потому что думали, что они цыганки. No, they were not even distributing books. При этом мы даже не распространяли книги. No, they become the policemen, but the policemen were red suspicious. Но полицейские. That's because the way that they were dressing. Стали очень подозрительными только из-за их одежды. Well, so first thing is dress like everybody else is dressing. Поэтому одевайтесь так, как там одеваются в том месте, куда вы идете распространять. Well, get some nice clothing, like elegant clothing. Приобретите такую респектабельную, элегантную одежду. Well, the men can get some kind of suit or some kind of like sport chic. Мужчины могут одеваться в такой костюм либо в такой стиль casual. То есть это должно элегантно выглядеть, в зависимости от ситуации, где вы будете это делать. Матаджи могут также одеваться в элегантные одежды. Это может быть платье или юбка. Dress like respectable people. То есть респектабельно выглядеть должно. That's first thing. Then you have a problem how to carry the books. Это первый вопрос, одежда. Второй момент, книги. Then как их нести? Use some kind of suitcase. Используйте такие чемоданчики. You may use a suitcase and some kind of shoulder bag. Можно использовать такую сумку на плечо и чемоданчик. And then you look like some kind of tourist, you know. И так вы будете выглядеть Don't как турист. Look suspicious. И никто на вас не будет обращать внимания. Or you can even look some kind of businessman or business lady, depending on how you Также вы можете, в зависимости от стиля вашего одежды, вы можете быть похожи на делового человека. So that's first thing. Это второе. Appearance. This is second thing. First and books. Ладно. Appearance in general. Вот, в общем, первое — это в целом, как вы выглядите. So next thing is how you are going to present the books. Второе — это как вы будете рассказывать о книгах, как вы их преподнесете. So if you try again, start stopping everybody, you know, again becomes obvious what you are doing. Если вы будете просто останавливать, как и раньше, всех подряд, то это вызовет подозрения, конечно. So first thing, you don't stay in the same place, you walk. Итак, здесь важен момент, что не нужно стоять на одном месте. Лучше прогуливаться. And second thing, you don't stop everybody, just stop some people that you see that they're nice and so on. А также здесь важен момент, что не надо останавливать всех подряд. Останавливайте тех, кто выглядит благоприятно настроенными. Yeah, some people know that you think that have
high possibility of taking a book. Те люди, которые, по вашему мнению, имеют высокие шансы взять книгу. And lower possibility of being some kind of fanatical. И низкие шансы оказаться КГБшником или фанатиком. KGB. КГБшником. Okay. And then when you stop these people, и если that you select, и когда вы останавливаете этих отборных людей, отобранных людей, you don't show them the books immediately. Не also. Надо сразу книгу показывать. You stop then, you talk a little bit. Usually you ask, you start asking questions. That's how you start. Сначала побеседуйте несколько секунд с человеком. Лучше всего, чтобы начать разговор, задать какой-то вопрос. Oh, by the way that the person answers, you can understand more about the person. И по тому, как ответит, как вам ответит этот человек, вы сможете многое понять о нем. And then when you see that this person is nice, you get some way to connect with the book. Когда вы видите, что человек хороший, найдите способ, как создать контакт с книгой. Then you show the book and then you start to speak more. И тогда вы показываете книгу и уже о ней рассказываете. Don't try to also show many books at the same time. Также не пытайтесь сразу много книг показывать одновременно. If it's really like a controlled place. Если это действительно место, которое жестко контролируется. Show one book at a time. No, показывайте по одной книге. Будьте так немного скрытными. And also try to make the conversation light, because if the person gets tense, you know, also something suspicious. Также старайтесь, чтобы разговор шел легко и непринужденно, потому что если будет напряжение, то человек станет подозрительным. Keep it light, make the person laugh, and then looks like two friends talking. You know? Будьте непринужденными, легкими, чтобы можете как-то пошутить, чтобы человек рассмеялся, а тогда со стороны это будет выглядеть как будто просто два друга беседуют. No, and then you finish, you move walk a little bit more, stop the next person, you go on like this, always moving and selecting the person that you are going to talk. И когда вы закончили с этим человеком, вы проходите немножко еще, и дальше останавливаете кого-то еще, следующего отобранного человека, Moving and talking and selecting the person. А то есть вы все время движетесь и при этом останавливаете людей, которых вы именно отобрали, не каждого. When you are doing some place that is controlled. Когда вы распространяете книги в строго контролируемом месте, есть три проблемы. One of them are the security guards. Первое – это охранники. Second are the cameras. Второе – это камеры. Because behind the camera there is some security guard watching also. Потому что именно через эти камеры охранники наблюдают за вами. And third, it's like hostile people that don't like what you are doing that cow the security guard. И третье – это враждебные люди, которым не нравится, что вы тут делаете, и которые как раз и вызывают охранников. But of course in the street is not so bad. Конечно же, на улице не все так плохо. Usually don't have cameras, you know? Обычно там нет камер. And you just have a few policemen here and there. И просто иногда встречаются полицейские. So it's like as long as you keep moving, you are discreet, you shouldn't have any problem. И если вы движетесь и ведете себя благоразумно, осмотрительно, то проблем не должно быть. Because even if someone like some fanatical Christian call the police, you know. Потому что и если даже какой-нибудь фанатик христианин вызовет полицию. Oh, Hare Krishna here, crossing off Turkaya with like don't know which street. Тут Кришнаид пересек вот такую-то улицу и вот движется в таком направлении. Пока они приедут туда, вы уже будете в другом месте, нет проблем. No, so by being discreet like that, you can do even in like Muslim countries. Поэтому вот ведя себя вот таким образом осторожно и благоразумно, можно распространять книги даже в исламской стране. No, even in airport, place that are really like controlled. Или в аэропорту, или в том месте, где все строго контролируется. You can do inside the train station, inside the train itself. Можно это делать даже в поезде или на вокзале. No, it's possible. Это все возможно. So, like, for example, I was distributing books inside the airport. Я распространял книги в 2012-м в аэропорту. No, I was using these ideas. И вот использовал все эти методы. Airport is much more like a tight control than like the streets of Moscow. Аэропорт намного больше, намного сильнее, строже охраняется, нежели улицы Москвы. It was not even a very big airport. Это был даже небольшой аэропорт. No, but this airport have three floors. Там три этажа. Embark, disembark, and the third floor where there was the restaurants.
Where was what? Like disembark, embark and third floor with restaurants. Там була зона вильота, зона прильота і третій етаж з ресторанами. So I walked around, where are the cameras, where the guards stay. Я проходил всі міста з камерами, з охранниками. And then where I can go up, where I can go down. Всі там підйоми і спуски. There was also some external areas. Там були також зони внешні. And there was one big corridor where people were looking the planes arrive, you know, this. Був такий длинний коридор, де люди могли наблюдати, як приземляється самоліт. There was also some external area where people were going to smoke. Там була також вулична зона, де люди могли курити. Where there was the ashtrays. І там, ну, там були такі спеціальні урни для курячих. There was no security at all, no camera, the guards rarely appeared there. В этом місці вообще не було камер і охранників. So what I was doing? I was walking around. Я прогулювався по аеропорту. And there was a few blind spots. І я знайшов кілька сліпих міст. Well, like there was no camera, so there you can be more or less free. Де не було ніяких камер, там можна було немножко бути спокійніше. And also place where there was camera, but people were seated, so you could just sit there besides them and start to talk to them. So а в тих містах, де so камери були, я мог. Ну, я видел, что люди там сидят, ожидают, и я мог присаживаться к ним и просто беседовать с ними непринужденно, и со стороны это не выглядело как-то странно. Я вел себя как турист, как я вам описывал. Чемодан. У меня был чемодан. And I was taking these cards that everybody takes in the airport. И я его вез на такой тележке, как и все это делают в аэропорту. Like shoulder bag for books. У меня была такая сумка через плечо. So what I was doing, I was walking around. I mapped the places where I could stop people. В которой я нес несколько книг. И, в общем, я вот так ходил по аэропорту и создал себе такую карту, где я могу останавливать людей. Like the chairs. Я обнаружил, где есть сиденья, the blind spots, где есть места без камер, the ash trays, где есть места... где есть места для курения, corridor where people were, like, коридор, waiting for planes to arrive. Зона ожидания самолетов. So I would walk around, like, I would walk around the whole place. И так я обходил все эти места. No, not staying one place, stopping people there, understand? I would stop one person here, one person there, and I would walk around the об одном и том же месте. Я останавливал по одному человеку в каждой точке. И так я обходил весь аэропорт. И когда я доходил до самого верха, я садился в лифт и спускался в самый низ, в начальную точку, и повторял свой маршрут. Do the whole airport. И пройти всю дорогу у меня занимало где-то полтора или два часа. So actually the would not stay so many times in the same place. I would stay так a что, few times per day in the same place. Получалось, что в одном и том же месте я не задерживался так много времени. Может быть, несколько раз проходил одно и то же место. And then usually when I would come in the would come early in the morning. Обычно я приходил туда рано утром. And put my books in this places where you can put baggage, displaying wardrobe. Я оставлял this safes where you can put the baggage. Свои все свои книги, коробки, в месте, где можно было сдавать хранение багажа. Right, so I would put all the my boxes there. И я все коробки туда закладывал. Put books in the чемодан, put books in the shoulder bag. Часть книг накладывал в чемодан, в сумку. Then distribute them around. When they are finished, I would go back to take another to fill them again. И вот так обходил по своему маршруту, распространял книги. И когда они заканчивались, я возвращался в это место, где камеру хранения, платную камеру хранения, снова набирал книг и повторял свой путь. Do this in the toilet. What?
И обычно я брал коробку, заносил ее в туалет, и там перекладывал книги из коробки в чемодан. В туалете нет камер. Иногда мне удавалось даже в туалете распространить несколько книг. Anyway, so then I would walk around like this. И вот так я ходил. And then also I would distribute a little bit oats this on this outside area. Иногда я распространял несколько книг во внешней зоне. And then I would also enter the internal area. То есть внешняя зона это, внешняя зона это где все могут попасть, внутренняя зона это уже куда попадают люди на вылет. No, the embarking areas where people were waiting the где plane. Где уже люди ждут своего самолета. Actually, I would spend more time there than outside. И на самом деле я там больше времени проводил, чем в общей зоне. This embarking area is actually a little easier. В этой зоне ожидания своего вылета даже немножко проще. Our secret guards don't walk so much there. There is not so many cameras. Там уже охранники не так снуют, и камер там также мало. Because apparently they don't are not so concerned that people are going to go there, you know. They don't expect. Очевидно, что это потому, что очевидно, они не ожидают, что туда кто-то проберется. Well, of course the problem is to enter there. Конечно же, туда не так легко пробраться. So every day I would buy some cheap ticket. И каждое утро я покупал дешевый билет. Right, to wherever, the cheapest ticket that I could find. То есть я находил самый дешевый тикет в любом направлении. I'm not going to travel in ways, so it doesn't matter the destination. Я не собирался его лететь по этому билету в любом случае, потому что поэтому мне было не важно, куда этот билет. Just to enter there, to я покупал этот дешевый билет просто чтобы попасть в эту зону. И у меня был такой маленький чемоданчик, с которым позволяют брать с собой в самолет. So I would fill the чемодан, fill the shoulder bag. Вот так вот с полным чемоданом pass и through, сумкой. Pass through the security with my tickets. Я проходил через охрану, показав им свой билет. And there was two doors. И там было две двери. So I would enter from one door. Я заходил через одну дверь. And pass through the security and so on. Проходил охранников и так далее. And then distribute my books there carefully. Я распространял осторожно там все свои книги. Then I would get out from the other door. И выходил через другую, через другой проход. No, just because you can enter and go out, not that you are like prisoner in the embarking area. В этой зоне, однажды попав туда, ты можешь выйти снова, там тебя не держат, как узника. Мне кажется, так в любом аэропорту, что ты можешь выходить. And so I would distribute my books, I would get out. А вот я распространил все книги, вышел. Fill again the чемодан and the заполнял снова чемодан и свою сумку. And then I would enter from the other door. И входил через другой вход. Because then the security guard don't see me two times, otherwise they may get suspicious. Таким образом, я это делал, чтобы охранники не видели меня дважды, чтобы они не заподозрили ничего. I saw that they changed their turn two times per day. Я обратил внимание, что они у них смена происходит дважды в день. I would enter one door, then enter the second door. Таким образом я входил. Сначала через один вход, потом через другой. And then when I go third time, they change their turn around, so different security. So I go again the first door and again the second door. Когда мне уже приходило время третий раз заходить, к этому времени они уже менялись сменами, и, соответственно, это уже были новые люди, поэтому я мог спокойно заново заходить. Sometimes I would stay a little bit outside, also. No, it would vary. То я смотрел по ситуации. Иногда я видел, что нужно немножко подождать. Тогда я немножко старался распространить на улице. Well, so distributing the whole, almost the whole marathon. И вот так я провел практически весь марафон. Some days in the airport, sometimes some days in the street. Иногда внутри аэропорта, иногда рядом. A lot of like a lot of days in the airport, like this. In the street, near the airport. No, other street. А иногда в аэропорту, иногда в городе, на улицах. Но очень много времени в аэропорту. But the days in the airport goes on like that. That вот так проходили мои дни в аэропорту. Well, marathon distributing the airport like that. Only the last day they caught me.
И я весь марафон спокойно вот это делал, все, меня поймали только в последний день. No, but then, okay, marathon is finished and made, that's okay. Но я подумал, ничего страшного, марафон закончился, теперь уже не важно, теперь я могу спокойно завершить свою миссию здесь. So you see, even in airports, places, very controlled, it's possible to distribute if you are very careful. Другими словами, что даже в таком строго контролируемом месте, как аэропорт, возможно распространять книги, если быть осторожным. What to say about the street? The street is much easier. Что уж говорить об улицах, там намного легче. Just like I said, keep walking, don't make it obvious. Продолжайте ходить. Like не I стойте said, на одном месте и ведите себя благоразумно. Like I said, dress like a respectable person, don't dress like a Gibson or as hippie. Ведите себя осмотрительно и, как я говорил, не старайтесь не выглядеть как хиппи или цыгане. Одевайтесь респектабельно. And then you can distribute books, you walk around, you stop people. Это поможет вам like распространять that. Книги. Вы можете просто гулять весь день и останавливать людей, беседовать с ними. And then you have Mahabalaram Prabhu, Kijai. И, конечно же, есть еще Mahabalaram Prabhu. And Mahabalaram Prabhu also gives some tips. И он учит нас как каким-то тонкостям. According to this new law. В соответствии с новым законом. No, you don't say that you represent some organization or whatever. Он говорит, что не нужно говорить, что мы представители какой-то организации. No, I'm reading these books, I like these books, therefore I'm distributing to some people. Мы просто говорим, что мне эти книги нравятся, я сам их читаю, поэтому делюсь ими с людьми. That's some like particular thing, you know. I'm doing because I like. То есть я делаю это, потому что мне это нравится самому. And then even if they have some problems, then they can like help you. И даже если у вас возникнет какая-то проблема, Mahabalaram Prabhu вам поможет. If you follow his instructions. Если вы будете следовать его наставлениям, конечно. If you don't follow his instruction, then I don't know. Если вы не будете его слушаться, тогда не знаю. If you follow, then he can help. Но если вы будете делать так, как он объясняет, то он поможет. You can hear again his class, and then you can get his points. Возможно, вам нужно еще раз прослушать его лекцию и записать все. Okay, so don't worry about law. Поэтому не and волнуйтесь that. Об этих законах и прочем. Well, the votes can like I said, you can distribute in much more difficult and dangerous situations. То есть еще раз преданные распространяют и распространяли во много более сложных атмосфер и like ситуациях. I said, we just need to use our heads. Нам просто нужно мозги использовать. Krishna gives us intelligence, so Krishna we are supposed to use it. Дает разум in his service. И подразумевается, что мы будем использовать его в служении ему. Right. So, for example, now, so with these new systems, for example, you can't just stand in the front of the metro like we used to do. Допустим, по этому новому закону мы не можем сейчас стоять прямо напротив метро, как мы раньше like это делали. Too obvious. Потому что это слишком need to, очевидно. Need to walk around. Нужно гулять. But anyway, the front of the metro is why it's not working so well anyway. Но все равно точки около метро не были никогда самыми лучшими. Not such a big loss. Так что небольшая потеря. So let's find other ways that probably are going to be better than. Давайте найдем другие места и способы, которые будут даже лучше, чем метро. Okay, maybe questions. Какие есть вопросы, дорогие преданные? Maybe the ladies now can ask some questions. Now they are recovered already from the morning class. Anyway, we have a question. Okay, the brahmacharis were quicker. Okay. А билет мы знаем, что самый дешевый билет $100 может стоить там 7000 рублей. И надо быть хорошим распространителем, чтобы покрыть вот расходы билета, еще чтобы больше книг распространить. Надо быть махарадхой каким-то. Regarding buying the ticket, we know that nowadays the cheapest ticket cost is $100. It's 7,000 rubles. Mm. In order to cover that and make more, you need to be махарата. Anyway, it was working for me. You find what is working for you. В любом случае, у меня это получалось, а вы можете найти способы, которые будут у вас получаться. Not that we are going to do the same thing. Не обязательно. Я не говорю, что вам нужно именно так делать.
otherwise we're going to pay, have to pay me royalties also. А якщо от в точності будете повторяти, копірувати мій спосіб, може вам ще прийдеться мені виплачувати процент. You find your way. Это шутка была. Она просто по-русски, она просто по-русски не так звучит смешно. Извините, бедные. Это моя вина. Как вы сказали royalties по-русски? Anyway. No word for royalties. No royalties in Russia, like in China. Так. То есть смысл такой, что я просто рассказала вам свой опыт, но чтобы пример привести, вы наверняка найдете другие варианты. No, just give an example. Это просто пример. No, say just to understand, okay, if it's possible to do in the airport, it's possible to do in the street, you know. То есть я пример хотел показать, что если возможно в аэропорту, однозначно возможно, вы сможете делать это на улице. Like I said, the street is much less controlled than the airport. Ведь улицы не так контролируются, как аэропорт. You don't have to pay $100 also to enter the street. И к тому же, чтобы выйти на улицу, вам не нужно платить $100. So let's start with the streets. Так что давайте начнем с улиц. Yes. Спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что. Thank you for the class. Спасибо. Thank you for listening. Спасибо, что слушали. Что постичь знания мы можем, когда мы его объясняем на улице, делимся им. You said that we can understand the knowledge when we explain it, when we share it. Означает ли это, что мы как-то должны какое-то развернутое вот это знание представлять? Does this mean that we should explain it in a in like a detailed way? Should I explain the ways that the person is going to understand? Необходимо объяснять так, чтобы человек понял. No, different people they have different mentalities. So one may be detailed, other may be simple. У разных людей разные способности, уровень понимания. Поэтому кому-то надо очень просто объяснять, кому-то развернуто. Preacher should be able to try, should be able to adapt. Проповедник explain the way that the person is going to understand. Должен научиться чувствовать и подстраиваться под человека, которому он проповедует, так, чтобы тот понял. That's the main point. В этом суть. Okay. Одновременно с этим мы не должны много времени слишком тратить. At the same time, we shouldn't spend a lot of time per person. Where is the border? Like I said, you don't need to take a lot of time to explain something. Да, для того, чтобы что-то объяснить, не обязательно тратить на это много времени. Usually the point is that you explain something quickly, give some concept. Обычно нужно дать какое-то просто краткое понимание. Like, oh, we're not this bodies. Мы не это тело. Or whatever. Или что-то в этом роде. Concept. Любую Bhagavad концепцию. Gita have millions of different concepts that you can explain. Много важных таких концепций, которые мы можем объяснять, например, три гуны материальной природы. В особенности, если у вас есть перед глазами иллюстрация с тремя олицетворенными гунами. Или иллюстрация, как тело меняется. Тогда вы можете, указывая на эту картинку, объяснять концепцию человеку. Just make the person stop and think, you know? То есть главная ваша задача в том, чтобы вызвать в человеке любопытство и любознательность и интерес, и в том, чтобы он как бы так остановился и задумался. И после этого, добившись в этом успеха, вы человеку предлагаете книгу. Вы можете ее взять себе и изучить. Там намного больше интересного. Нет, это слишком дорогая книга, у меня нет столько денег. Нет, эта книга, вы можете взять за пожертвование. Сколько можете, столько и дать. Не страшно, вы just можете дать сколько можете, сколько у вас есть. Сегодня мы распространяем самым разумным людей, и вы в эту категорию подходите. There was one devotee in the United States, he distributed one book to some, not Christian father, he was like him.
how they call the preachers in the Protestant church? I just forgot the name. Well, anyway, he was a preacher of the Protestant church. And Sankirtan devotee distributed to him. Однажды преданный в Соединенных Штатах распространил книгу проповеднику из протестантской церкви. So, but, oh no, I just have $2. И тот сказал, у меня всего лишь $2. Well, that's okay, we have a special cleric discount. Он сказал, вы знаете, не страшно, у нас особая скидка для церковных людей. You said that you are a preacher, right? Вы же сказали, что вы проповедник. So you qualify to our discount. Поэтому эта скидка распространяется на вас, поэтому я приму ваши $2. No, be smart. Вот он очень умно это сделал. В аэропорту вам страшно было, что вас поймают? Was it were you scared in the airport that you will get caught? Сколько стоит еще Бхагавад-гита, если в долларах? Которое он распространял в то время. Were you scared in the airport that you'll get caught? Yeah, just a little tired because I need to be so concentrated all the time. Я просто уставал немножко, потому что нужно было быть очень сфокусированным и внимательным. And how much the Bhagavad Gita cost that you were distributing at that time? In the airport, I was not distributing many Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is too big. I have problem with space because I have to put all the books in the suitcase. Bhagavad Gita, я не очень много Bhagavad в аэропорту я не очень много Bhagavad Gita распространял, потому что они слишком большие, а мне нужно было наполнить чемодан как можно большим количеством книг. I was distributing smaller books. Я распространял книги поменьше. But then I can put a lot in the suitcase. Чтобы можно было много-много их уложить в чемодан. Харе Кришна. Okay. Спасибо за лекцию. Я хотел спросить, а как распространять мусульманам? Им же нельзя читать другие священные писания. I'm curious how to distribute to Muslims because they're not allowed to read other scriptures. I don't have so much experience with Muslim. There's not so many Muslims in Brazil. Большого опыта с мусульманами в Бразилии не так много мусульман. I distribute there most for like spirits. Я больше spirits there are people that follow Allan Kardec. It's some kind of doctrine that says about reincarnation, things like that. Я распространяю тем людям, которые интересуются мистицизмом, духовным мистицизмом. Такой есть, вот есть такая философия Алан Кардек, да, по-русски. Не знает никто. No, probably. Так, he's from somewhere from Europe. I don't know. Он из Европы. Там очень много его последователей. Они мистики, мистицизмом интересуются. No, some Buddhists. Там много буддистов. Mainly the some Catholics. Католиков. Catholics are nice. Католики хорошие. And these people, a lot of these like Protestant Christians. Много протестантов. Or evangelical Christians. И христиан евангелистов. Well, for all these groups are is possible to distribute. И каждый представителям каждой из этих групп возможно распространять книги. Not always, but you can try. Не всегда, a lot of times they take books. Но часто они берут книги. Quickly. Достаточно быстро. You should need to get quick ways to distribute to them because if you allow them to think so much, it starts to become complicated. Необходимо находить находить быстрые способы распространения книг каждому. Специфические способы для каждой из этих групп. Иначе, если вы долго это делаете, они начинают размышлять, думать, и потом уже не берут. Например, с евангелистами. No, I can't take, I'm a Christian. Они говорят, я не могу взять, я христианин. Oh, but you believe in God, right? Но вы ведь верите в Бога, правда? Oh, yes. Да. With God you believe. А в какого Бога вы верите? Oh, with God, there's only one God, the Supreme. Как это в какого Бога? Бог только один, Всевышний. Ah, the Father of Jesus, correct? А это отец Иисуса, правильно? Yes, this one. Да, именно он. Oh, okay, then it's the same one.
А, ну значит, тот же самый Бог. Because there are people that believe in other gods, we don't agree with them. Потому there is, что for us, there is only one God. Есть люди, которые в других каких-то богов верят, но мы их к ним не относимся и в него не верим. Для нас только один Всевышний Господь. Yes, yes, we also don't agree. И there мы is тоже. Only one God. Да, мы тоже считаем, что Бог yeah. только один. Yes, by the way, we're distributing these да, books кстати, to speak вот about God. У нас книги как раз есть на распространение, которые рассказываются об этом Боге. Oh, please take one. Об одном Всевышнем Боге. Возьмите, мы их распространяем всем прекрасным людям. Это миссионерская деятельность, просто за пожертвование. Oh, okay, if it's missionary work, I'm going to give donation. А, это миссионерская работа, ну, конечно, я пожертвую. No, just make like some like knot in their heads. No, то есть вы его запутываете так, как бы, можно сказать, узел вокруг шеи ему накидываете. No, now they're thinking God, Jesus, missionary work. У них в голове теперь что? Бог, Иисус, миссионерская деятельность. Okay, it's good. Should take. Да, да, что-то хорошее, надо брать. I can show some part in the book. И, да, и также вы можете указать им на какие-то места в книге. For example, there is this part of Bhagavad Gita, this last purport, I think 15th chapter, that Prabhupada glorifies Lord Jesus Christ. Например, в Bhagavad Gita последний стих 15 главы, последний комментарий 15 главы, там Шрила Прабхупада прославляет. Maybe 14th, but anyway, it's the last purport of one of these. А может быть 14, но в общем последний комментарий одной из этих глав. Memory. Там Шрила Прабхупада прославляет Иисуса. No, old age brings lack of memory, loss of memory. Я уже теряю память, anyway. Старость вот так сказывается на мне. I just suffer from it, but anyway. Вот такие сейчас у меня проблемы возникают. But anyway, you show this. There is some part on science of self-realization also. Кроме того, в науке самосознания есть такие места. You can just show some small part where Prabhupada speaks about Christ as part of your. И вы можете указывать людям на эти отрывки, где Шрила Прабхупада говорит что-то об Иисусе. No, do it quickly and offer the book, ask a donation. Это нужно делать быстро, предлагать книгу. Many times they get a little confused and they take. Просить пожертвования и пока они немного в таком замешательстве, вы очень быстро должны действовать. Orthodox. Например, с православными христианами. Я православный. Oh, what do you think about evolution theory? А что вы думаете о теории эволюции? Oh, no, no, we don't agree with that. Не, мы с ней не согласны. Oh, okay, yeah, we also don't agree with that. А мы тоже не согласны. Oh, such nonsense. Какая глупость. They say that there is no God. Они говорят, что Бога нет. So we published this book about that. И мы даже книгу life на эту тему издали. Она называется «Жизнь происходит из жизни». No, all the arguments to defeat it all these stupid evolutionists. А здесь вся книга сплошные аргументы, которые разбивают в пух и прах теорию эволюции. For example, if he says like this. К примеру, если вам вот скажут вот так, что бы вы ответили? They think a little bit, whatever. И вы говорите, и они тогда начинают задумываться. And then, okay, see what the book answered. И вы задаете им такой вопрос, который раскрывается в книге. Человек пока думает, вы ему открываете книгу и показываете. А вот смотрите, какой ответ можно дать. Показываете ответ Шрилы Прабхупады. Таким образом, вы вызываете их сильный интерес. Like prejudice. И рассеиваете их сомнения no, какие-то. Some common ground. Вы находите, подводите его к общему какому-то знаменателю. You show something in the book that they can appreciate. То есть показываете в книге то, что может вызвать у них интерес и одобрение. And then you distribute the books based on that. И вот на основе этого, на основе общих интересов каких-то распространяете книгу. Muslims you can also ask sadaka. Works a lot of times. У мусульман также можно просить садака. Это очень хорошо действует. Садака это пожертвование, знаете? Oh, okay. Oh, the ladies. Okay, you ask it already, the ladies. Спасибо большое за лекцию, Читанчандр Прабху. Hare Krishna. It's an honor to have you here. Вы говорили про гуну благости. Можно, пожалуйста, какие-то практические привести, ну, что вот для распространителей книг,
как поддерживать гуну благости. You mentioned about mode of goodness. Can you give some practical examples of mode of goodness for distributors, how they should apply it, how they should maintain mode of goodness? For example, a mode of passions means excessive use of energy. Мгуна страсти, к примеру, означает чрезмерное использование энергии. No, man, so agitated. Агитация такая. Раджасики, you know. Когда вы сильно возбуждены, вы в раджасе таком. No, and then it means that you are like using more energy that you should, you are supposed to do that that action. Это означает, что вы используете больше энергии, чем необходимо для того или иного действия. И в результате вы устаете. А когда вы устаете, наступает тамагуна. И уже вы ничего не хотите вообще, просто спать. Гуна благости означает, что вы разумно распределяете свою энергию. Эффективно. Вы не злитесь, вы не раздражаетесь. No, cool. Остаетесь спокойным, no, умиротворенным. Это более эффективно. You и также вы не устаете. No, меньше устаете. По крайней мере, половина энергии нового преданного уходит на сражение в уме. No, I don't want this, that, I want this, I want that, no. И в уме вот такие сражения проходят. Надо, не хочу, хочу, не хочу, нужно, не нужно. No, and can't talk to the girl in Brahmachari, no. Брахмачари думает, нельзя с матриджи разговаривать, что делать? No, no, that бабушка is not going to take the book for sure. Эта бабушка точно не возьмет книгу. And then you have to battle the mind, you know. И вот такие разные сражения в голове происходят. More than half of your energy goes just to battle the mind. И больше половины вашей энергии уходит просто на вот эти битвы в уме. No, maybe 20% goes to book distribution. И может всего 20 только на распространение книг. And then, just like you are like running with like 100 kilos in your head, you know, you're trying to run with 100 kilos in your head. Это все равно, что пытаться совершить пробежку, при этом на голове нести 100-килограммовую гирю. No, you get tired after a few steps. Конечно же, через несколько шагов вы устанете. No, that's a problem. Такова проблема. If we can control the mind, make the mind stable. Но если мы сможем контролировать ум, стабилизируем его. And we can like use our energy efficiently without all these rajas. Научимся эффективно использовать энергию, не впадая в раджас. Think before you act, you know. Думать прежде действовать. And then you can, it becomes much more efficient. То мы становимся гораздо более эффективными. Much less energy. Мы используем меньше энергии. It means that you can distribute for a much longer period without before getting tired. Тратим меньше, означает, что мы сможем гораздо дольше распространять книги, не уставая. No, there was one guy that there was like no abdominal, you know, that you do like this. Есть такое упражнение на пресс. Как обычно сколько раз можно вот такое упражнение 20, сделать? 20, 50, something like that, correct? Что-нибудь в этом роде, правильно? Right? Так? There was one guy that he could do like 7,000 something like that. Был один человек, который мог 7,000 раз такое упражнение сделать. Just do he could do abdominals the whole day. Мог весь simply. День делать это упражнение. No, and then the end of the day would be some 7,000 some number like that. И к концу дня вот так насчитывалось 7,000 или что-то в этом no, роде. He was just training, and he found ways to do it without spending so much energy. Он тренировался очень долго и нашел способ, как это делать, не тратя лишнюю энергию. And he found a way to just like do it like kind of continuously without. И он понял, как это делать, не уставая, просто постоянно. And there are some people that can run the whole day. Есть такие люди, которые могут бежать or even весь for день. More than one day, sometimes. Или даже больше дня. There is this Iron Man something in some island that they run 300 kilometers in I don't know how many days. How many kilometers? 300 something kilometers. А есть такой марафон 300 километров. Не знаю, сколько дней они бегут. I don't know how many days, 3 days, 4 days, but they just run for 4 days, you know. 4 дня, по-моему, они бегут.
Just stop, rest 15 minutes and then run again for. Останавливаются на 15 минут и дальше снова бегут. No, people can learn, can if they practice and they train enough, they can even like run for 4 days. И если вот так готовиться и тренироваться, то можно даже 4 дня бежать без остановки. To distribute books is not so difficult as to like run and run and do. Распространять книги не так сложно, как бежать без остановки. Like physically speaking. Физически. Right? Правильно. So if the person can learn even to run for days, we can learn how to distribute books. Если люди учатся таким марафоном даже, то вы уж точно сможете научиться распространять книги. Well, we just need to learn how to use our energy properly. Просто вам необходимо научиться распределять правильно свою энергию. Not just persistence. Это не значит, что просто настойчивость. No, it's efficiency. Джаганат Баладев Субадра Киджа, Шиши Гора Нитай Киджа, Патита Павана Джаганат Киджа, Шила Прабхупад Киджа. Можно продолжать? Да. Okay. So it's efficiency. То есть эффективность. No, you can use your energy in a more effective way, then you can go longer. Если вы используете энергию эффективно, то вы можете намного дольше распространять книги. No, then you can go up to a point that you can just distribute the whole day. И придете к такому уровню, что просто сможете распространять весь день. No, take prasad in the morning, go distribute the whole day. Утром принимаете просад, потом выходите и просто весь день распространяете книги. And then come back at night, eat something else and then go to sleep. Затем возвращаетесь вечером, еще принимаете немного просада и ложитесь спать. No, that's perfection for book distributor. Для распространителя это совершенство. No, that's like a йоги perfection. Это йогическое совершенство для санкиртанщика. Окей, вот, yes. Подскажите, какие слова вы говорите в первые минуты общения с человеком, чтобы вызвать его интерес и быть дружелюбным? What which particular words you say in the first minutes of talking to a person in order to get like attain his friendship, вызвать дружелюбие, что еще? In order to get his interest and look friendly. Yeah, if everything goes well, after the first minute, I've already distributed the books and I'm ready to go to the next person. No, what are the first words? No, usually, like, you should, normally works when we are more informal. Обычно, если вы не слишком официозно себя ведете, это лучше. In Brazil can be very informal. That's one advantage. В Бразилии люди вообще не любят формальные такие строгие какие-то общения, отношения, поэтому это одно из преимуществ. No, this person's coming like this. К примеру, человек идет навстречу. And I just look at him, smile. Вы, а? I just look at him, я смотрю smile. На него, улыбаюсь. Oh, why, answer me one thing. Why people are so busy nowadays? И говорю ему: слушай, подскажи, а почему люди так все бегут сегодня куда-то? Or, oh, how many books did you read this year? Или, например, а сколько в этом году книг ты прочел? No, what do you think our society is going the correct path? Как ты считаешь, наше общество развивается в правильном направлении? No, you smile and you may ask some question like that. То есть улыбаешься и задаешь какой-нибудь такой вопрос. And then usually from it's a very good start and the person relax a little bit, tries to answer, speak something. Обычно это хорошее начало, потому что помогает человеку немного расслабиться. Он начинает улыбаться, что-то хочет ответить. And then you make some joke, laugh a little bit. Затем вы можете пошутить, посмеяться. And then you start showing the book. И дальше показываете книгу. Person's already your friend. И человек это уже ваш друг. Not so much about what you say. You may say the most silly things. Не столь важно, что именно вы говорите. Можно говорить хоть любые глупости. No, there was this. Амбариш Махараджа told this, right? That he went to distribute books into some fabric. Амбариша Махарадж, кажется, рассказывал такую историю, что он приехал на фабрику распространять. And, no, people were working, so they were not so much receptive. И люди там были очень заняты, поэтому не сильно реагировали на него. Он подходил, показывал им книги, но они просто, ну, больше, можно сказать, игнорировали его, были заняты. So he created a mantra, special mantra. И тогда он придумал особую мантру. He said, oh, excuse me. Говорил, извините. We are making an excursion to the moon.
Мы здесь готовим экскурсию на Луну. Наши ракеты практически готовы уже. Сейчас мы просто подписываем людей, которые с нами полетят. Вам интересно это? Вы хотели? Что? Она, да, это шутка. Это шутка, шутка. И после этого он уже начинал про книги рассказывать. Но за счет этого он захватывал интерес человека, внимание. То есть вот что-то должно быть легкое и простое. But the point is that this doesn't work with everybody. Но момент такой, что это не со всеми работает. No, you have these people that are like this. Есть like такие, the street, like есть такие люди, faces, которые бегут по улице с злыми, недовольными лицами. No, these people are not going to work. С такими такой метод не получится. But the good news is that don't need to stop then. Но в принципе вам и не нужно их останавливать. Like how many people have in Moscow? Сколько людей в Москве живут? 20 million. Yeah, almost as much as in São Paulo. Почти столько же, сколько и в Сан-Паулу. В хороший день сколько книг вы можете распространить? A good day. Самый хороший. How many? Сколько? Anyway, any good day, doesn't matter. Марафон. 16-20. My good day. And you? А вы? In marathon 50. Okay, 20-50. Хорошо, 20-50. Okay, so you don't need to stop the 20 million people in Moscow, you just need to stop the 50 that are going to take your book. Так что вам не нужно останавливать 20 миллионов человек, которые живут в Москве. Вам нужно остановить всего лишь 50 человек, которые возьмут у вас you книги. Have a lot of options. У вас большой выбор. You have 20 million people, but you just need 50. Представьте, из 20 миллионов вам нужно выбрать всего лишь 50. No, just to select the most like open and informal and вам cheerful нужно, and happy of the 20 millions and you'll get your 50 people. Вам нужно выбрать or more. Отобрать из этого количества тех людей, которые вам подойдут, самых самых открытых, хорошо настроенных, радостных, счастливых там и так далее. So, готовых see, взять книги. In any day. В любой день. We try, right? Мы стараемся, but прикладываем most of, усилия. But most of the books, in any day, we distribute for these people that are already like kind of open, that you just stop and talk something, and the person take the book more or less easily. Но так или иначе, несмотря на все наши старания, практически всегда так получается, что все свои книги мы распространяем независимо от дня, именно тем людям, которые и так уже открыты, хорошо были настроены и готовы были взять книгу. Not like that. Не правда ли? Usually the person that take book, they just take the book. Обычно это те, кто берет книги. At least like 70%, по крайней мере 70% людей. No, the rest we struggle and если talk about so many arguments and you know, если он берет, so many like mental kung fu. Если он берет, он берет книгу. А остальные вот эти с тем, те, с кем мы вступаем в умственную карате, это просто большие какие-то сражения, страдания. And they still don't take и все равно они не берут в конце. Most of the kids, right? В большинстве случаев. Right? Так? Not like this, most не days. Правда ли? Right? So, в большинстве. So it's better to just find these people that are willing to take the books, that are going to take them more or less easily. Поэтому гораздо лучше просто находить тех людей, которые уже готовы взять книги и легко возьмут эти книги. No, everywhere I go, people ask, oh, how I can distribute books to Christians, how I can distribute books to Muslims, how I can distribute books to atheists. Обычно мне часто задают вопросы, как распространить книгу мусульманину, как распространить христианину, как атеисту. No, there is ways. Есть способы. But the point that you don't have to. Но тут такой момент, вы не обязаны им распространить no, книги. No need to spend half an hour discussing with every fanatical Christian or fanatical atheist that you find. Нет, вам не нужно тратить полчаса на каждого фанатичного христианина или атеиста, вот
на такі бесіди. Ну, it's good to discuss sometimes with them for like training purpose. Іноді можна з ними вступити в дискусію какую-то, просто щоб потренуватися. No, usually kind of like boxers, they get these sparrings. Это как для боксера спарринг такой. No, so just to train. Просто для тренировки. No, just to not forget how to fight. Чтоб не терять хватку. So it's good to discuss with them sometimes to like иногда. Keep like learn how to fight, you know, learn how to discuss and present points and это so такое обучение для вас, для нас, учиться как. But they're not good like public for to distribute books. Но в целом это не самая лучшая публика для книг, для The public for the books are the nice people. Те люди, которым мы которым хорошо распространять книги, это хорошие, такие открытые, добрые люди. So it's much more effective to emphasize the nice people instead of emphasizing all these fanatics. Поэтому мы должны концентрироваться не на фанатиках, а на вот этих таких готовых людей, зрелых, созревших людей. No, just try to learn how to find these nice people. И наша задача в том, чтобы научиться находить таких людей. That's what I do. No. Я это этим и занимаюсь. I try to not lose so many time. Я стараюсь не тратить лишнее I время. See someone that is I see that is very improbable that these people is going to take a book. I don't stop him. Если я вижу, что этот человек вряд ли возьмет книгу, я не останавливаю такого человека. No, I go for someone easier. Я ищу легкого человека. Like Vaisheshika Prabhu says. Как говорит Вайшешика Прабу. Pick the ripe fruits. Собирайте зрелые плоды. No, pick the ripe fruits. Так что собирайте зрелые фрукты. No, the person is like this, like a very angry face with a Bible. Under the arm. А если навстречу вам идет недовольный такой человек со злостным лицом, под мышкой несет Библию? This is a very sour fruit. Что это очень зеленый плод? You know, if you make a guy like this take a book, you're going to really try to have to work hard. Чтобы уговорить такого человека взять книгу, вам придется спустить 7 потов. No, but you see some smart boys like. Но вы видите такого интеллигентного юношу? No, you make some question to him, he answers. Вы задали ему вопрос, он ответил. You make some joke, he laughs. Вы немного пошутили, он посмеялся. No, he's ripe fruit. Он вот созревший плод. No, he's the one that can take a book. Вот он может взять книгу. So we emphasize this ripe fruit. То есть выделяйте или сосредотачивайтесь на созревших плодах. And then we can, like I said, this becomes much more effective. И тогда we вы будете much more books like this. Более эффективны и больше книг гораздо будете распространять. And distribute all the ripe fruits of Moscow. When they finish, then you see what you are going to do next. Сначала распространите всем созревшим людям Москвы, когда уже они закончатся, тогда уже будете думать, что делать дальше. Probably can distribute at least one or two million books to the ripe fruits. Наверное, таких зрелых плодов может миллион или два. Миллионы so, и можно книг распространить. И когда уже вот с этой задачей справитесь, уже подумайте дальше. Like there was one city. Был один город. 250,000 people city. Там живет 250 тысяч человек. A quarter of a million. Четверть миллиона. Okay, last time I went there, it was 5,000 books in 2 weeks. В прошлый раз, когда я туда поехал, я распространил 5,000 книг за 2 недели. For total for this city, like all times around like 20,000 or 25,000 books already. 25,000. Всего за все разы, когда я туда ездил, я примерно распространил 20,000 или 25,000 книг в этом городе. No, so like it's people are still taking books. И все равно они берут, продолжают. Not that everybody have books already now, only the sour fruits. Там еще не все взяли у меня книги, и пока что там еще есть созревшие плоды. No, so people still take books like there, like a lot of books.
И много достаточно книг берут. No, because everybody knows someone that have the book, so he saw the book, now he's a little bit interested. Там все уже знают, что что это за книги, где-то кто-то что-то видел или кого-то знает. Or the other time he took a different one, now you, you have different books, and so you can show the new books. Или они, например, уже брали до этого книги и теперь хотят новую взять. И каждый раз есть новые люди, которых вы никогда, которые никогда вас там не видели. Поэтому у вас всегда есть шансы много книг каждый день распространять. Даже если вы уже там очень много книг распространили. Another thing that is important. Еще один важный момент. Like usually any place that, especially like commercial places, commercial streets. Вот есть такие улицы торговые. You have two main types of people walking there. И там гуляют два основных вида людей. One is the people that work there or pass there every day. You know? Первое это те, кто там каждый день работает или каждый день проходит. На работу, например. Каждый день по той же улице они проходят. No, you can usually recognize them because they pass very quickly. И обычно их легко понять, выделить, потому что они, как правило, достаточно быстро идут. No, they pass there every day. There's nothing new for them to do. Ведь они каждый день там проходят, им нечего там рассматривать. So these people are not very good targets for book. Это не очень хорошие потенциальные. Они не наша цель, в общем. One, because they are busy. Первое, потому что они заняты. Second, because they pass there every day, so probably they saw you already, maybe already tried to stop then, no. И второе, потому что они уже, скорее всего, вас до этого видели, и они там каждый день ходят, наверное, вы уже их пытались до этого остановить. You may try to stop then in the first few days, but after that they already know you, so it's useless. Первые пару дней, может быть, вы могли бы их останавливать, но потом не это бесполезно. So that's one type of people. Это первый тип. That's the sour fruit. Это незрелые плоды. So you have another type of people. А есть еще второй тип людей. Usually less numerous. Их меньше, как правило. That are the people that are just visiting there. Это просто гости этой улицы. No, they don't go there every day. They went today. Они because, там не бывают каждый день. Because they are passing, they are walking around, they are going to the doctor, they are going to buy something. Они оказались на этой улице, так сказать, случайно, потому что они к доктору шли или они что-то приехали купить, или они там мимо проходили. Are they tourists? They are just или visiting. Они туристы, просто в, ну, whatever. В общем. Whatever. И так далее. These are the new people. Это новые люди на этой улице. They, usually these people, they walk slower. И как правило, эти люди медленнее идут around. И оглядываются по сторонам. Street, no. Ведь они не всегда, то есть они впервые там, например, на этой улице. They look at the stores, look into the like historical buildings. Они рассматривают магазины, они рассматривают исторические здания. No, they are not so tense as the other people. Они не так напряжены, как другие. So you can recognize them by these factors. То есть вот по этим признакам их можно узнать. And these are usually the people that take books. И обычно именно такие люди берут книги. No, so if you learn how to recognize them, you go straight to them, you don't lose so much time with the sour fruits. With the people that are always there, every day there. Если вы научитесь их выделять, узнавать этих людей, то вам не нужно будет, вы можете эффективнее распространять книги, не тратя время на зеленые плоды. Right? Then, like I said, you can distribute more books like that, use less energy, and so on. Так вы сможете больше книг распространять, используя меньше энергии. And like I said, you can do in a more discreet way, like I was saying in the beginning of the class. И делать это необходимо, стараться более таким осмотрительным образом. Like you go straight to the people that are going to take books. Подходить именно к тем людям, которые будут брать у вас книги. Means that you have to stop less people. Это означает, вы будете меньше людей останавливать. You want to distribute more books. Будете распространять больше книг при you этом. Can doing a much more discreet way. Делать это благоразумно и осмотрительно. And you're going to feel much less tired. И будете меньше уставать. Right?
The other ones, the sour fruits. А что касается зеленых плодов? They can get their sukriti when the Harinama pass there. Они получат свою сукрити, когда там по этой улице будет проходить Харинама. When the Harinama pass there, they take a sweet ball. That's how they wait for them to progress. Для них способ прогресса это увидеть Харинаму и съесть сладкий шарик. No, you pass there a lot of times, Harinama sweet balls, and they become the next life they become a ripe fruit. Вы много раз там проходите с Харинамой. С просадом, и в следующей жизни они становятся уже зрелыми плодами. В следующей жизни берут книги, а через одну жизнь становятся преданными. Таков эволюционный процесс. Prabhupada's laws of evolution. Это эволюция Шрилы Прабхупады. There was Darwin theory, that's like Prabhupada's Law. Есть процесс Дарвина, есть процесс Шрилы Прабхупады. This from Prabhupada works, really. И эволюция, эволюционный процесс, открытый Шрилой Прабхупадой, действительно работает. Okay. Mm-hmm. More question, maybe one more, and then we... Еще один вопрос. А вот если... разговор так развивается на улице, что ты спрашиваешь какой-то простой вопрос, ну, типа, вы из этого города, например, и человек отвечает сразу, ну, а что вам нужно? For example, you stop a person and ask some simple question, like, are you from this city? And the person immediately replies, what do you want? And ну, wait. С вызовом, ну, то есть так вот чувствуется. И если ты после этого ему, ну, как-то сразу показываешь книгу, говоришь, вот, хотел книгу вам показать, ну... And you show to him a book, and you say, oh, I wanted to show you a book. И он, ну, уходит просто. And he leaves. То в чем здесь, как бы, ошибка, что неправильный выбор именно человека был, или неправильное, ну, настроение? What is the mistake here? Is that I chose a person, wrong person, or I... had the wrong mood or something like that? No, usually just that this person is not like I said, he's not a ripe fruit. Просто этот человек не созрел. No, it's, oh, are you from here? No, make some ask questions. No, what do you want? No, it's not a very positive. Если вы задали answer. Ему такой милый какой-то вопрос, откуда вы, отсюда вы, и он сразу вам в ответ агрессивно отвечает, что вы хотите, значит, он не созрел. Well, it's probably better to just let the person go. Лучше всего его отпустить. Может, вообще тогда, ну, не надо показывать книгу, если ты, ну, если тебя так как бы... Maybe in this case, if they ask you like that, I shouldn't show the book at all. Exactly. Да-да-да, точно. Especially with the new law. В особенности, учитывая новый закон. That's okay, have a good day. Ой, извините, хорошего дня. See that you're not with good mood. Видите, что они не в настроении. I saw that you're busy, you know. А я понял, вы заняты. Something like that. Что-нибудь person, в этом роде, и переходите к следующему, like said, не волнуйтесь. То есть вы ищете тех людей, которые уже готовы, которые имеют такую, развили склонность взять книгу. No, be practical. Будьте практичным. Еще можно? Okay. А вот еще можете примеры какие-то сказать, как вы связываете книги с людьми, ну то есть там с профессией человека? Can you give example of how you connect the book to a person, for example, to his occupation, job or profession? I don't know, usually don't do so many like complicated things. Обычно я не усложняю. Oh, no, so it's for example, I stop some person. A lot of times now I'm somehow getting it right. Do what? Somehow or other, a lot of times I'm getting it right now. Последнее время так получается, что у меня стало получаться хорошо. One time I stopped one guy. I was just because he was kind of strong. So, oh, you are a marathonist. То есть я угадываю. Вот, неправильно перевела. В последнее время мне удается угадывать. Например, недавно я остановила такого могучего человека и сказала: а вы, наверное, марафонец. Oh, yes, I am. How do you know? Да, правда. Откуда вы знали? No, sometimes you get it right, but anyhow. Иногда вот угадываю так. No, you just make it light. No, don't need to make so, like, for example, the person I'm a professor. Например, teacher. Он говорит, I'm я teacher. Учитель. I'm a teacher.
Учитель. Oh, so good. Oh, so nice that you are teacher. Как здорово, что вы учитель. Well, because we are trying to exactly to show these books to the most intelligent people. Потому что эти книги как раз для самых разумных людей. And by the way, teachers they get discount, you know. И кстати, учителям скидка. No, for the others it's expensive. Для остальных это дорого стоит. But for teachers, because we appreciate teachers, we're just asking donation. Но поскольку мы ценим учителей, мы у них просим. Мы распространяем за пожертвования. Well, you can make something light, something simple. Don't need to make it complicated. Не нужно усложнять. Можно говорить что-то очень простое и легкое. The twins they were using this mantra with these boxers. Близняшки, общаясь с боксерами, использовали такую мантру. No, your trainer told me to give you this book. Ваш тренер, твой тренер сказал мне, чтобы я тебе передала эту книгу. Because you are red strong. Outside, now you are going to be strong inside also. Ты уже телом стал силен, теперь тебе надо внутренне укрепиться. And they were like, oh, how do you know my trainer? Какой, откуда тренер ты моего знаешь? It doesn't matter. He said now you need to follow. Неважно, он сказал, теперь ты должен делать. Something like that. В этом роде что-то. No, you can use all this light and clever. То есть что-то такое должно быть очень простое, какое-то такое легкое. Because anyway, we're supposed to act on the spiritual energy. Мы ведь должны действовать на духовной энергии. And spiritual energy is like is very different from like this all these mental and material things. Духовная энергия сильно отличается от этого ментала и материи. So if you are connected with the spiritual energy. Если вы действительно связаны с духовной энергией. No, you are happy in your spiritual life. Вы счастливы в духовной жизни. You are like like feeling the spiritual bliss. Испытываете духовное блаженство. Usually you can transmit this to people, and then they get interested also. То обычно вы сможете все это передать человеку, и он почувствует интерес. So, for example, например, Tamal Krishna Maharaj. He said that in the beginning. Сказал, что he was brahmachari, he was starting. Что когда он еще только начинал, был брахмачари. So they were distributing this back to Godhead. Они распространяли журнал обратно к Богу. So this back to Godhead were like relatively easy to distribute. И сравнительно этот журнал был легко распространять. No, attractive magazine was very cheap. Такой привлекательный журнал дешево стоил. Всего лишь 25 центов. You could buy a coffee maybe with 25 cents. На эти деньги, наверное, можно было кофе, чашку кофе купить. But the technique that they were using at that time was not so effective. Но способ, который они в то время использовали, не был очень эффективен. No, they would stop the person and like try to make all kind of heavy arguments and defeat the person, you know. Они останавливали человека, начинали его заваливать какими-то такими тяжелыми, жесткими аргументами, чтобы его победить обязательно в споре. Доказать ему, что we он не прав. Right, ты не прав, мы правы. No, this kind of heavy, вот такая heavy была. Preaching. У них такая проповедь тяжелая была. But it was not working so well. Но это нехорошо, не приносило такого. Он сказал, он говорил, что в то время он был лидером по распространению. Would be able to distribute 20 back to Godhead and get $5. В хороший день он мог распространить 20 журналов и получал где-то $5. No, then when they started to use like more like light things. Но когда они перешли на более легкие такие легкую проповедь. Like Tripurari Maharaj was one of the pioneers of these ideas. И Трипурари Махарадж был одним из первых, кто начал такой метод. They started to be much more successful. То успех их санкиртны был намного выше. They started to distribute 100, 200, 300 mega big books instead of a few magazines. И результатом стало распространение 100, 200, 300 книг вместо нескольких журналов. So that's больших the маха книг. Таков способ. No, you smile to the person, you ask some questions, you make some jokes. Улыбнитесь человеку, пошутите, задайте какой-то вопрос. First make the person relax. И вам его нужно расслабить. And not everybody can do like this. They are too tense to know.
Но не каждого вы сможете расслабить, есть слишком напряженные люди. So you don't поэтому so таких не трогайте, оставьте их, не тратьте на них время. If you do show them the book, just do some quick thing. If they don't want, okay. Если вы уж показываете ему книгу, делайте это как-то быстро, он не захочет, и вы сразу отпускаете его. Many, many times you don't even show the book, just finish а the conversation в большинстве случаев politely. Лучше всего даже не показывать книгу, просто вежливо завершить разговор. Старайтесь находить тех людей, которых вы можете... No, because once you connect to the person, с которыми вы можете войти в контакт. Then it's easy to make him take a book. Когда вы уже в контакте с человеком, вам очень, ему очень легко взять книгу. Ему легко, потому что он... как бы связывает книгу с вами. Он, вы ему понравились, и он думает, классный человек, наверное, книга классная, я возьму. If you can give to the person some sample of spiritual energy, если вы сможете передать человеку такую дегустацию такую духовной энергии, and the person is open to it, и человек для этого будет открыт, готов, то, продегустировав этот кусочек духовной энергии, он захочет еще, и значит, он возьмет книгу. Well, that's how it works. Вот как это действует. Well, that's how you can distribute many books, because it's quick. Вот так можно распространять много книг. You don't need to spend 10 minutes. 1 minute you can distribute. Это быстрый способ. Вам не нужно 10 минут на человека тратить. Достаточно одной минуты. Like the next minute you're already distributing to someone else. На следующую минуту вы уже следующему распространяете книгу. And there was this video that we made, like short video in Brazil. Есть коротенькое видео, которое удалось записать в Бразилии. Это оно выложено в группе ВКонтакте. Группа называется Chaitanya Chandra Das. I got some man that was working the street to record when I was distributing for a few minutes. Когда я был на Санкертне в одном городе, я попросил одного человека, прохожего, просто поснимать несколько минут. Там снято видео всего лишь 10 минут. И за эти 10 минут я там записано, как я поговорил где-то с 8 людьми. И из них 6 или 7 взяли книги. Все очень быстро. За 10 минут можно много книг распространить. One time I was we were kind of late, and I was like rushing her to. Однажды мы шли на Санкертну и уже опаздывали, и я ее торопил. And then I was saying, what's the difference? 5 minutes. И она стала возмущаться. Ну что ты так торопишь? 5 минут, большое дело. Я сказала, как большое? Конечно, большое. За 5 минут можно 20 книг распространить. Конечно, я не смог 20 за 5 минут распространить, но несколько точно смог. No, 5 minutes can stop 5 people. За 5 минут можно 5 человек остановить. Вы говорите, что нужно распространять книги только зрелым фруктом, и я много раз слышала это наставление, и я всегда вспоминаю, как мне распространили книгу несколько лет назад, и я была очень грубая с этим вайшнавом, я не хотела его слушать, ему пришлось провести со мной некоторое время, чтобы я в конце концов взяла эту книгу, и я ее никогда не читала. И вот спустя года я пришла в сознание Кришны. И помогите, пожалуйста, разрешить мне это противоречие в моей голове, потому что я всегда думала, что люди получают сукрити, даже если они не берут книгу. Но сейчас вы и многие другие распространители говорят, что нужно только зрелым
Но они же дживы, они тоже могут милость как-то получить, даже если они выглядят не готовыми. You are saying that we should distribute only to mature fruits, and I heard that also from other devotees saying this instruction. But some years ago, one devotee stopped me on the street and started distributing a book to me, and I was very rude with him. I didn't want the book, but he spent some time with me, and finally I got the book, which I later never read. But in a few years, I came to Krishna consciousness. And now I'm practicing, for me it's not very clear. It's kind of contradictory that on one hand you and some other preachers say that we should distribute only to mature fruits, but on the other hand I thought that even if a person doesn't take a book, he gets sukriti, he gets benefit. They're also jivas, and they also can progress like that. Well, that's general instruction. Это общее наставление. Of course, there is always, exceptions. Конечно, бывают исключения. And if we are sincere, Krishna is also going to help us to recognize the exceptions. И если вы искренне, Кришна поможет вам и подскажет, укажет на такие исключительные случаи. He's going to guide us from the heart. Он из сердца вас будет вести. But also if you say that if you try to distribute books and spend some time with the person, anyway, the person gets some sukriti. Конечно, если вы пытаетесь распространить человеку книгу и какое-то время тратите на него, он получит сукрити. Точнее, если вы говорите, что потратив человека на человека какое-то время и пытаясь распространить ему книгу, он обязательно получит сукрити, это не обязательно факт. Not necessarily, if the person just offended the votes, offended the books. Если за это время человек только делает, что оскорбляет преданного и книгу, well, he's not going to get any sukriti он не получит from никакого сукрити от этого. So he's going to, his situation is just going to become worse. Он только усложнит, ухудшит свою ситуацию. So one part is to that's why this general recommendation to speak with the nice people. Поэтому дается общее наставление выбирать таких добрых, хороших людей. Because these are the people that you can help. Потому что именно этим людям вы сможете помочь. Because they're more or less open. Они более открыты. And of course, if some preacher is expert. Конечно же, если проповедник очень экспертен, he can convince many people that are not really open, but he can create the opening. Он способен даже закрытых людей открыть. He can find ways. Он умеет это делать. Just like I said, you can distribute to Christians, you can distribute to these spiritualists, you can distribute to Buddhists, you can distribute to Muslims, такой to atheists. Проповедник может кому угодно распространить книгу, атеистам, мусульманам, буддистам. But it's not easy. You need to know the art. Но это не так просто, это такое особое искусство. So someone that is very experienced, little by little he learns. Если, то есть это приходит с опытом. But someone that is not experienced is difficult. It's not going to work for him. Но неопытному человеку это сложно. Он не сможет так это делать. No, so we start with the ripe fruits. Поэтому он начинает со зрелых плодов. And then little by little, Krishna is going to reveal ways to distribute to more people. И постепенно Кришна откроет ему понимание, как распространять всем остальным людям. There was a few times that I distributed books to Catholic fathers. Несколько раз я распространял книги католическим священникам. No, they are like how can I say, like sannyasis of the Catholic Church. Это такие люди, как саньяси. Как наши саньяси, только в католичестве. No, they are already a big guy there. No, they think they know everything already. То есть в том смысле, что они уже высокое положение занимают очень и думают, что знают все, что все знают. No, so still sometimes you can distribute books. Тем не менее, if you find an opening. Иногда, если найти правильно вход, то можно иногда им распространить тоже книгу. Not always. Не всегда, конечно. But this will depend on experience. Это будет зависеть от вашего опыта. And you need like help from Krishna. И from within. И помощь Кришны изнутри. If Krishna helps you, he can give you the knowledge and you can find the ways. Если Кришна поможет вам, то у вас будет и знание, и понимание, как это сделать. But like I said, not when you are starting.
Но это не бывает в самом начале. No, when you are starting, start with the ripe fruits. Когда вы начинаете, начинайте со зрелых плодов. And then from there you, you try to progress. И постепенно будете прогрессировать. So, like I said, I was saying about if the person starts to offend the book, offend the devotees. Я говорил, что человек начинает, если оскорблять книги, оскорблять преданных. So, like I said, he's not going to get any sukriti from that. He's going to go like a step closer to hell. Никакого сукрити не обретет, он приблизится только к аду. That's why we generally we avoid people that are too negative. Поэтому, как правило, мы избегаем слишком негативно настроенных или враждебных людей. Because otherwise we're not helping them. И потому что так мы им не помогаем. No, so we're just giving them opportunity to offend and to. Так мы только создаем для них больше возможностей оскорблять. This is not going to help them. Это не помощь. It's not going to help you also. И ни для него, ни для вас. No, you make these people offend, you also get implicated. You are the cause of their offenses. Когда вы создаете ситуацию, чтобы этот человек наносил оскорбление, вы также замешаны в этом оскорблении. Вы послужили причиной этого оскорбления, no, поэтому вы тоже несете ответственность. No, then you start to, as a result of your offense, indirect offense, you start to lose the taste, all these things. И в результате вашего косвенного такого участия в оскорблении вы сами начинаете терять вкус к распространению книг. So that's why you need to, you should avoid these people. Поэтому таких людей необходимо избегать. Unless we're expert enough to like deal in positive ways with them. Если только вы не достигли уже такого уровня, что умеете очень экспертно их переворачивать и всю ситуацию в новое русло выводить. I think it's okay, it's time, I think, right? Поздно, да, уже? Можно еще? Huh? Заканчить? Можно продолжить? What? One more question. Okay. No, I wrote the whole chapter of a book about this. About на эту тему. Not stopping, like, this discernment. Я написал целую главу о том, что не таких людей, ну, почему нужно быть осторожным. Джай. There was this short article that we distributed during the Kazan Sankirtan Festival. Во время Казанского фестиваля в этом году зимой мы раздали преданным такую маленькую статью, которая называлась «Санкиртан для Мадхьяма Мадхикари». 10 страниц где-то. And on the book it became much bigger. А в книге там намного больше уже описано, более детально эта тема. There is 35 pages or something like that. Где-то 35 страниц. It's a very long chapter, a lot of like quotes and so on. Там длинная глава такая, подтверждающая это описание цитатами Шрилы Прабхупады. Intricate points. То есть эти моменты, они очень такие, можно сказать, много запутанные. Скоро книга эта будет доступна в электронной форме, и вы сможете почитать. Right? А книга на английском будет? На русском языке. Она должна быть готова. Так, задание дал Амбариша Махарадж. I'm writing in English, she's taking care of the translation. Амбариш Махарадж дал такой срок, чтобы она была готова до марафона. Чайтанья Чандра Прабху только что сказал, что я пишу на английском, а я отвечаю за перевод. Вот. И мы постараемся, чтобы до марафона она вышла уже в доступ. Ее выложат на sankirtanam.ru. А вот еще сегодня утром вы говорили, ну вот в начале, то есть когда преданный начинает заниматься санкиртаной, важно учиться, то есть читать книги, там, слушать лекции, вот. А как понять именно, сколько времени уделять обучению, а сколько проповеди, то есть чтобы развиваться санкиртаной? You said that we need to learn and then to teach. You said that we need to hear and to read. So how do we understand how much we need to spend time for learning and how much for sankirtan?
Prabhupada says that we should study one to two hours per day. Шрила Прабхупада говорит, что нам нужно изучать книги час или два часа в день. Study his books. Его книги. And then of course more time we can, for example, while in the shower you can listen to some class, while taking prasad you can listen. Остальное время, когда, допустим, вы принимаете душ, вы принимаете прасад, в это время можно слушать лекции. There's of course the classes and the lectures in the temple. Кроме того, конечно, вы слушаете лекции в храме. Посещаете. И поэтому у вас много возможностей для слушания, если правильно распределяете свое время. Then if you are on top of that, you study Prabhupada's books one or two hours, you are going to become a very learned person. Если вы действительно все это делаете и при этом час или два в день изучаете книги Шрилы Прабхупады, вы в скором времени очень станете разбираться хорошо в писаниях. Not that you need to become pure devotee to start to preach. Для того, чтобы проповедовать, не обязательно быть чистым преданным. No, you learn something, you can repeat what you learned. Вы что-то изучили и дальше повторяете это. And then as you learn more things, you can repeat more things and goes on like that. You just дальше вы еще что-то узнали или поняли. Или изучили, и повторяйте это, и постепенно вот так вы расширяете свой репертуар. Репертуар. French words. Французское слово. For репертуар. But if you are already like brahmachari in the temple, you are naturally you are already studying a lot. Если вы just as part of the program. Брахмачари в храме, то естественным образом вы много занимаетесь, и это уже часть вашей программы. Many of the ladies are also there spending like a lot of time in the temple here in the classes, so they're also having a lot of opportunity to learn. Многие матаджи также проводят много времени в храме, слушая лекции, посещая лекции, поэтому у них тоже есть возможности хорошо начать разбираться в философии. There was this Mataji from Japan. В Японии была одна Матаджи. Гита Говинда Матаджи. Матаджи Гита Говинда. Матаджи Гита Говинда. She was like a champion of the world for many years. Она много лет занимала первое место в мире по распространению книг. She distributed more than half a million books. Она уже распространила больше полумиллиона книг. She's still distributing a little bit. И продолжает. Now she's old, понемножку. Of course, not so much, but конечно, сейчас she's она still уже there. Тело уже постарело, но так или иначе она даже до сих пор не остановилась. No, she's a lady. Ladies body, at least. Она в женском теле. Not that she's a lady, she's a soul, but she have a lady's body. Она душа, конечно, но в теле женщины. No, so many books. И представьте себе. How many men they can say that I distributed half a million books? Столько книг. Сколько мужчин могут сказать, что они распространили полмиллиона книг? No, very few. Немногие. Very few. Even with a lady's body, she is one of the biggest book distributors in all time. И несмотря на свое женское тело, она стала одной из чемпионок всех времен. And Japan is not such an easy country to distribute books. При этом also. Япония не самое простое место, где можно распространять. Certainly more difficult than Russia. Конечно же, там намного сложнее, чем в России. Okay, so I think we can stop. Мне кажется, здесь Krishna, можно закончить. Lord Jagannath came and left, and we are still here. Господь Джаганнат явил себя, потом он left. Not his left, but closed the court. Он уже скрылся от нашего взгляда. Но мы все еще говорим, поэтому, наверное, сейчас пора остановиться. Вот, большое спасибо всем. Вся слава Шриле Прабхупаде. Хари Кришна. Хари Кришна.